Всем привет, ребят. Ну что, как я и обещал, у нас сегодня будет батл роллинг. Для этого мне, конечно, придется уравнять шансы. Мы сейчас на аккаунте моего подписчика Виталия. У него 34 тысячи самоцветов. Нам надо выбить кучу недостающих героев, таких как Фрей и Анубис, как обычно. Надеюсь, мы их вытащим. Как будет проходить батл роллинг, я пока точно правила не придумал. Скорее всего, я буду считать легенд по имбовости, там самая топовая триечка, там средняя легенда 2 и обычная легенда 1. Вы уже в комментах напишите, возможно, свои какие-то видения этих батлов. Посмотрим, может, что-то интересное придумаем. Также участвуйте обязательно в конкурсе на Огнекрыло, ссылочка, как обычно, в описании, лайкосики, все дела. Мы побежали смотреть первый аккаунт, потому что времени особо много нет, мне еще надо багажку пройти. Так, гильдия Darkness, битва гильдии, наверное, 21.00 или что, битва замков 21.00, не знаю, что означает это. А, это, наверное, босс, это босс 3, босс 5. Так, 21 после 3-го. Факела фулл, раньше 20-45 кик. Первые места, в общем, такая вот гильдия. Кидайте заявочки, вступайте. Гильдия активная, смотрю. Сила не знаю, сколько в районе, где-то, наверное, 100-150 тысяч. Так, давайте посмотрим на аккаунт. Аккаунт наполовину донатный. Так, смотрим его. У него по волнам там. То это Горика. АЕ. АФ еще даже не фармил. Так. Что по алтарю посмотрим. Тыковка топчик, топчик, топчик. Нормально. Отлично, отлично, отлично. Неплохо. Отлично, отлично. Ну, аккаунт, аккаунт очень-очень приличный. Да, хорош, хорош. Как на такой донат. Очень неплохой аккаунт. Конечно, Анубиса и Фрейя не хватает. Окей, давайте уравняем шансы до 28 тысяч. Мы сейчас паролим. И то, что мы выбьем, мы в счет брать не будем. Хотя мы ни хрена, как я вижу, с таким сегодняшним. Так, укротитель и медуза. Все, есть. Ну что, поехали. Начнем. Первый раз так делаю, поэтому многое может не получиться, но думаю, вам будет интересна эта рубрика, мы все исправим. Так, ну, Асура сразу выпал, не знаю, вот. Засчитаем это за 2 очка, сейчас я не знаю, или он у него есть, или нету, я вроде его и не видел. Да, нету его. Ну, поздравляю с первым недостающим. Считаем за 2 очка. Поехали дальше. Королева Гарпий. Ронин тоже считаем за 2, потому что его очень часто используют уже. Итого у него 5. Ну, неплохо. Кенди Заклинательница. Ну, я думаю, по одному. 7. Бульдозер. 8. Бог Грома 9. Дрейк. Ну, я думаю, заодно 10. Дед Мороз 11. Укротитель 12. Возможно, я сделаю какую-то таблицу по героям. Ну, Фрэнки. Думаю, что двоечка все-таки. Или единичка. Единичка пусть будет. 13. Триант 14. Кенди 15. Гаргул. Ну, я думаю, двоечка. 16-17, да, по-моему.
18, друид 19, дракос 20, купидон, ну, 21. В общем, 21 очко по катаке, а потом уже сделаю, наверное, какую-то таблицу, либо определимся там, не знаю. В общем, считаем 20-21 на этом аккаунте. Побежали на второй аккаунт. Ну, нападало агентом неплохо. Так, что там у нас? Вот наш следующий аккаунт. Аккаунт подписчика Дмитрия. Ему надо ворожей, Бигфут, Стрелок, Фрея, Ронин, Асура. В общем, вот так вот. Ему надо намного больше, чем на том аккаунте. Что у нас тут с донатом? Тоже аккаунт, как видите, донатный. Побольше доната, чем там. Интересно, сейчас сравним. Так, АФ уже фармит. Интересно, интересно. Сейчас посмотрим, что тут по героям у него. О, Анубис есть, как видите. Тыковка топовая. Вообще огонь, огонь. Отлично. Ну, тут без вопросов. Огонь. Да, некоторые герои получше, но, видите, не все есть. Талантики тоже. Ну, где-то плюс-минус аккаунты два равносильных. Тут герои, конечно, некоторые получше прокачаны. Там свои герои, но тут... Видно, немножко аккаунт, мне кажется, этот более такой поярче. Так, ну что, поехали. Посмотрим, кто кого. Возможно, сделаю следующий роллинг в два окна, то есть будет два рядом окна, так будет, наверное, удобнее. Вы пишите это тоже в комментах, то есть это не проблема. Так, ну поехали. Дракула 1, Кенди 2, Душек 3. Так, ну чё ж там на склад? Тут еще самики даже есть, ну ладно, мы их трогать не будем. Сейчас мы это все почистим бэриком. Три у нас, да, пока что. Место надо освобождать. Ну тут я смотрю, и героев хватает. Что такое? Потом гильдию уже рекламу. Потому что немножко спешу. Так, 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 так. Три у нас было, да? Поехали дальше. Ну, я считаю, это за троечку. И это недостающий герой, так что 6. Там тоже был недостающий. Ну, и тот хорош, но это, конечно, поярче. Дракос 7. Блин. 8, 9, 10. И я даже не знаю. Блин. Чего он там не выпал? 11. Ну это за 2 считаем. 12, 13. Блин, ну такие герои. Наверное, 14 там уже. Нет слов. Что-то под конец вообще ни хрена. Я, честно говоря, ребят, немножко в шоке, но я считаю, что этому аккаунту, даже если несмотря на
Наши очки, которые мы считали, это от аккаунт поярче моему, выбили недостающего героя, выбили имбу, доната у него больше, поэтому, не знаю, я все-таки перейду на предыдущий аккаунт и все-таки там сделаю ход конем. Это мое решение, я так решил, но, блин, тут выпало намного ярче. Хоть и там по очкам, возможно, там больше выпало, но все-таки там, блин, этот Анубис был более нужный, чем здесь. Так. Так. Сейчас он там и говорил, у него что-то еще есть здесь. Блин, конечно, обидно Асура. А сундуки форта. Сейчас мы их открываем. Ну, карта выпала, такое себе. Так, что там у нас есть интересное? Ну, я думаю. Так, что тут у нас по героям? Блин, там ворожая не было, здесь, блин, жесть полная. Еще куча аккаунтов. Так. Делаем топ-контент. Ну, а с вас, как обычно, лайки. Неплохой у нас сегодня базар, кстати. У меня времени все меньше и меньше на битву гильдий. Так, ну что, все, мы это сделали. Получить все. Поздравляю тебя с Анубисом, недостающим. Собрать, забрали. Сейчас мы его откроем. Еще немножко, наверное, над талантиками пошаманим. Так, талантики. Давайте сначала плюшки пооткрываем. Еще дополнительно. Что там у нас есть? Кулачки, коробочка, отлично. Просто супер. Так, сети, Касура. Ну, тоже неплохо. Так, окей. 4 карты. Кое себе с этих карт падает. Так, у нас есть 20к, поехали. Поехали. Лаки я пока трогать тоже не буду. Они уже сами все сделают. Так, мы там открыли его, да? А, вот он наш Анубис. Поменять. Поехали. Фу-фу-фу. Ну, блин, я думаю, это однозначно сделаем сразу так. Неважно, какой там у нас талант выпадет следующий, но... Это было ярко. Согласитесь, это было очень ярко. Железная воля, блин. Жесть. Я не буду даже заморачиваться сейчас над этими. Так, для подземок ему хватит с головой. Так, это все фигня, заменить... Блин, ну что, поздравляю. Как обычно, все по-высшему. Так. Сейчас я наставлю и поехали дальше. Пробовать. Не, что-то на Нубисе не идет. Давайте все-таки вернемся на стрелка.
не падает сегодня, не падают таланты так, как хотелось бы. Не знаю почему, но видите что. Ну хотя, в принципе, мы выбили недостающего героя, выбили ему офигенный талант. Чего возмущаться-то, а? На аккаунте праздник. Нахрен там тут бабашка там не нужна. Как и тут герой. Так, 4. Поехали дальше. Хочу пятерку словить. Не будет пятерки. Не... Просто... Просто кайф. Так, 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 так. Купидончик есть. Валька есть, есть. Блин, а тут ремок-то до хренища. Тут ремку сюда однозначно нет смысла ставить. Тут он с бастом что-то качает. Даже хрен его знает, что тут еще такое интересное есть. Все, кому ремки у него есть, хранители есть. Не знаю, я ему так оставлю. Я оставлю самоцветы. Он уже сам определится, что делать. Ну, где-то уравняли мы шансы аккаунтов. Так, сейчас я позабираю призы за героев. В принципе, все. Не буду затягивать видос, как обычно. Такой вот батл роллинг у нас был. Думаю, вам понравилось. Участвуйте в акциях, пишите. Будем что-то думать насчет этого. Ну, я считаю, первое неплохое начало. Все, всем пока.